Пожарную вызывайте, горим, быстрее! Через минуту прибывают две машины для тушения пожара и помощи в эвакуации жителям верхних этажей. Пока одни разматывают пожарный рукав, надевают маски, чтобы не отравиться продуктами горения, и активизируют систему дымоудаления, другие точечно направляют лестницу прямо в окна квартиры, где произошел очаг возгорания. Все службы работают быстро и четко. Левее чуть-чуть! Влево, влево! О! Вперед давай! И вот уже спасатель уверенной походкой взбирается на пятый этаж. Эвакуация проходит успешно, житель квартиры спасен. Не волнуйтесь, с другими постояльцами дома номер 34В по улице Пушкина тоже все хорошо. Никакого пожара не было. Так проходит очередная проверка высотных домов сотрудниками МЧС. Подразделения пожарной охраны справились оперативно. В рамках вот этих учений отрабатывалось взаимодействие между МЧС, администрацией и домоуправляющими компаниями, жителями. Все системы сработали, в том числе и пожароудаление, нормально, в штатном режиме. Мне вот сейчас позвонил оперативный дежурный с администрации района, сообщил о том, что произошел пожар на Пушкина 34В. То есть там уже тоже знают об этой ситуации. Как практика показывает, культура безопасности населения еще остается на очень низком уровне. Мы пытаемся донести до населения требования пожарной безопасности. В первую очередь жителям нужно понять, при выходе в коридор задымлен он или нет. Если он задымлен, то ни в коем случае не проводить действия по эвакуации. Нужно закрыть дверь, уплотнить все проемы и себя визуализировать в окне, чтобы было видно, что вы нуждаетесь в спасении. Ни в коем случае нельзя эвакуироваться на лифте. Сейчас в Советском районе более 1000 домов, из них менее 100 повышенной этажности. Спасти дом от пожара при быстром реагировании спецслужб и правильных действиях его жителей можно. Достаточно вовремя позвонить 01 или 112. Тимур Хакимов, Алексей Калякин, объективно, ННТВ.